Сара Сильверман, совладелица магазина пирожных в Нью-Йорке, терпеливо рисует мультяшное лицо Дональда Трампа на сахарном печенье. За день ей предстоит нарисовать его 40 раз. Печенье с портретом нынешнего президента США – самое покупаемое. Трамп продается лучше всего, это точно. Покупают люди разного возраста, и молодежь, и постарше. Магазин открылся в апреле прошлого года, когда в США началась предвыборная гонка. А за месяц до этого Сара уже решила, фирменным товаром станет печенье с мультяшными портретами знаменитостей. Я думала, каких же знаменитостей стоит нарисовать. Главное найти горячую тему. И тогда мы решили рисовать Трампа, Хиллари и Берни. Это был идеальный выбор для того времени. Поначалу покупатели идею не оценили. Помню, сначала никто не заходил в магазин, и мой отец выносил печенье наружу. Потом понемногу начали приходить. В магазине продают печенье с портретами Мишели Барака Обамы, Ким Кардашан, Кэти Перри и других. Но лидер продаж по-прежнему – печенье с изображением Трампа. Правда, не все хотят его есть. Одно я съел бы, но не два. Нет, мне не хочется есть это. Нет. Одно печенье с портретом стоит $16.